Так было не всегда, а началось все с банального ключа, вернее, с его отсутствия. Он должен, он просто обязан был лежать в условленном месте, под ковриком у входной двери, но там его не оказалось. Пришлось искать ключ новый, к жизни, трудной и неизведанной. Миша рассказывает о себе увлекательно или даже забавно, правду и только правду. Эффект поразительный, его собственные горести начинают казаться старым анекдотом, который он сам где-то, когда-то, от кого-то уже слышал. И тут я в прекрасный момент прихожу с работы и стреблю чайник. Поднимаю голову, смотрю, кухня открыта, ну, окно открыто, на кухне. Ну, что-то не залезть там. Ну, все залезу в противо. И получается, что я вылажу на козырек, ставлю ногу, ну, там же там перешагнуть, там не вопрос. Ставлю ногу на подоконник, берусь за рукой за окно, нормально себе. И вторая нога у меня просто там, она поскальзывается, я падаю со второго этажа. И вроде ж падать-то, ну что там падать-то? Там мягкая земля хорошая, там не вопрос. Упал, отряхнулся и пошел себе дальше, там не вопрос. А стоял железный ящик. На этом железный ящик, получается, просто с миной упал, и в другую сторону поломался, и позвонки просто разлетелись, которые там были, там, и все. Вот такая вот нелепая травма. Уже в шоковой палате. А шоковая палата, это же уже интересно, над каждой кроватью стоит же медсестра и так наблюдает, хоть бы там ты глазом где-нибудь не моргнул, ты живой. Ощущение того, что ты получил травму, это понятно. У тебя перелом, все понятно, пришли, сказали, у тебя перелом, все такое. И первое ощущение такое, лежу, думаю, ну, елки-палки, у меня 5 лет отпуска не было, вот думаю, сейчас отдохну себе, серьезно. Год я с надеждой жил, что я вот там, в мае, вот там, в июле, ну, в сентябре, в октябре, нет, ну, хорошо, в ноябре, на свое день рождения я все равно встану, да. Моменты отчаяния, это, короче, знаешь, вот самые первые, то есть дальше уже более-менее оно так тупится, и человек, оно же такое животное, что привыкает к всему, знаешь, оно так выживет, это ж, если бы я там жил, например, в джунглях, поломался, меня уже давно съели бы, и все забыли бы, да. А тут, получается, вот первые вот эти вот, ну, в больнице лежишь, там отчаяние какие-то есть, ну, и надежды есть, потому что ты еще в больнице, да, может, медики что-нибудь сделают. Потом тебя привозят после всех процедур, операций и тому подобное, тебя привозят тупо домой и в кровать тебя положили в кровать, а у тебя молодая девушка, которую ты буквально вчера, позавчера ты с ней занимался любовью, у тебя было все хорошо, вы ходили в кино, в театр, в оперетту, там, я не знаю, куда гуляли, просто на катерах катались, а тут ты лежишь, она там выходит вся красивая из душа, а ты ничего не можешь сделать, вот это было самое вот такое хуже для меня, больше ничего для меня хуже не было.
она каждый день ко мне приходила, ее мамка там что-нибудь наготовит, да, она мне принесет, я сижу, естественно, это кушаю, она там поспит чуть-чуть, ну, что пришла с института, там, что-то посидит, поучит быстренько, покушает эту больничную пайку и домой. И так каждый день. Красавица, конечно. Инициатором разрыва являлась как раз разлука. То есть я уезжал домой. Я уже уезжал домой. Ну, кто-то в душе уже знал, что как бы это уже разрыв идет. Да. Через года два мы уже меньше созванивались, меньше переписывались. Так оно ушло. Ну, как обычно. То есть интереса уже нет, да, общих. Разговаривать не о чем. Вроде позвонил, алло, привет, привет, как дела? Да, прекрасно. Конечно, прекрасно. Куда прекраснее. Мама умерла на Рождество. Новым домом стал не совсем обычный дом. Гериатрический пансионат. Для несведущих – гериатрия от греческого «герон», что означает «старик». Серьезная травма, полученная из-за падения с высоты, сродни падению в яму. Но даже в этом случае, если очень захотеть, можно найти плюсы. Оказавшись на дне этой самой ямы, у тебя остается один путь – наверх. А если рядом еще и надежный попутчик, карабкаться легче вдвойне. Меня поселили в комнату, которая находится рядом, двухместный номер. Поселили к теперешнему чемпиону, паралимпийскому чемпиону по биатлону, это был Юра Костюк. Тогда он еще не был паралимпийским чемпионом, он только тоже начинал спортом заниматься. И он мне рассказал, как можно жить на коляске. То есть начинали мы со всего. Ко мне приходили тренера и предлагали заниматься фехтованием. Ну, я так пару тренировок позанимался. Ну, честное слово, ну, не мое это. Вот я не могу сидеть, вот, хотя оно не статическое, конечно, не шахматы, не шашки, да, что-то там начинаешь, но я не могу сидеть вот просто на месте. Мне надо ездить, мне надо что-то ездить, и ездить немедленно. Везде во всем мире существуют гонки на колясках, вот, хендбайках. Там, не знаю, чемпионаты мира, Олимпийские игры. И вообще простые марафоны вот на этих вот колясках. Вот я начал, вот у меня сразу же такая, вижу цель, не вижу препятствий, и сразу вот начал вот этим заниматься. Тренироваться к этому готовиться. Народная мудрость гласит: в дом, где смеются, стучится удача. Вот и мчится Миша по жизни, смеясь, обороты не сбавляет. Движение – это жизнь, и наоборот. И, наверное, не столь важно, как ты движешься – по горизонтали, вертикали или по спирали. Это уже чистой воды философия. Значим сам факт. Впрочем, немаловажен результат. В копилке Мишиных достижений не одна спортивная победа, в том числе и на международных соревнованиях колясочников. Какой же русский не любит быстрой езды? Миша украинец,
но быструю езду любит тоже. Хэндбайку он не изменяет, но в арсенале имеется еще одно спортивное увлечение – авторалли. Он осваивает азы нового спортивного мастерства вместе с другом-колясочником Валентином. Нехитрая поклажа, две инвалидные коляски и вперед. Маленький Юркий Запорожец с ручным управлением уверенно набирает обороты, и, похоже, это не предел. Совсем недавно, перебирая Мишин фотоархив, наткнулся на одну интересную фотографию. На заднем плане явно прослеживаются очертания летательного аппарата. Думаете, это случайность?